Во всех дворах можно увидеть водопад из воды. Мы здесь сделаем водопад из цветов. Мы уже все заблаговременно приготовили, вскопали, некоторые цветы посеяли и сделали такую переносную. Там у нас корзина есть, там мы будем в следующем году засаживать цветы. Здесь у нас все будет еще облагораживаться в плане того, что весной, летом мы будем высаживать сюда цветы. И здесь у нас будут в основном однолетние цветы, которые можно будет в течение потом следующего года менять. Вообще у нас как бы концепция была такая, чтобы здесь начать и туда плавно перейти. У нас будет снежный городок и горочки.